всегда готовим какие-то интересные мастер-классы к Хэллоуину. Например, в этом году мы декорируем тыквы. Почему мы именно декорируем, а не вырезаем? Потому что вырезать — это все-таки больше для взрослых, потому что там, ну, острые предметы — это раз. Не очень рекомендую, например, детям именно давать вырезать тыквы даже со взрослыми рядом, потому что это небезопасно. Есть, конечно, сорта, которые легче вырезать, но они намного дороже стоят. И они обычно небольшие, такие в крапинку чуть-чуть, но у них не такая тыквенная форма. Вот, она легче вырезается, но она не такая симпатичная по своей форме. Есть тыквы, которые можно декорировать, они более твердые, они такие красивые, более рельефные, у них такие пузики симпатичные. Это специальная меловая краска, она имеет такой красивый матовый оттенок. Оно может быть разных абсолютно цветов, я выбрала мятный. Я рекомендую их декорировать краской любой, которая вам нравится, а потом на этой тыкве можно нарисовать любой рисунок, который вам нравится. Можно даже ту же рожицу.